Добрым утром, дорогие друзья! Встречайте это замечательное утро на телеканале ТДК 42. Ну, а с вами Айгуль Турушбаева. На календаре уже 11 октября, среда. И пока вы просыпаетесь, я вам расскажу немного о погоде. Утром градусник термометра поднимется до 10 градусов. Днем же нас ожидает плюс 18 градусов по Цельсию. Вечером 8 градусов. Ну что ж, дорогие друзья, погода продолжает нас радовать, но в любом случае утром одевайтесь потеплее. Ну а впереди вас ожидает традиционная разминка. Наконец-то мы проснулись. Начинаем. Все готовы? Отвечаем. Все готовы. Начинаем. Все здоровы? Я не слышу. Все здоровы. Становитесь по порядку на веселую зарядку. Приготовились, начнем. Наверняка многие по утрам предпочитают пить кофе. И после кофе вы задумываетесь, что же приготовить к завтраку. И отличным вариантом будет десерт тирамису. Для того, чтобы приготовить классическое тирамису, нам потребуются следующие ингредиенты. Маскарпоне 250 грамм кофе, печенье савоярди, яйца 3 штуки, сахарная пудра 160 грамм, коньяк по вкусу, какао 3 столовые ложки, мята по вкусу для украшений и сливки 33%. Для начала завариваем кофе, ставим его остужаться. В кофе добавим немного коньяка по вкусу. Не перестарайтесь, алкоголь
алкоголя необходимо добавлять совсем немного для аромата. Он не должен перебивать вкуса других ингредиентов. Отделим желтки от белков. Взобьем белки с половины сахара и добавим сливки. Затем в отдельной миске размешаем желтки с другой половиной сахара в светлую пышную массу. Добавим к желткам маскарпоне, перемешаем еще раз. Затем медленно и аккуратно перекладываем взбитые белки в сырную массу. Перемешиваем снизу вверх. Должен получиться пышный светлый крем. Приготовьте порционные стаканчики и креманки. Обмакните печенье в кофе, выложите на дно стакана. На слой печенья выложите слой крема. Повторите слои еще раз. Таким образом, приготовьте все порции. Уберите десерт в морозилку на 40 минут или в холодильник часа на полтора и подавайте тирамису, посыпав через сито какао и украсив мятой. В последнее время многие предпочитают смотреть сериалы. Так давайте, дорогие телезрители, уточним и узнаем, что же предпочитают смотреть наши земляки. Да, смотрю сериалы. Смотрю сериалы в основном в интернете. И какие? Российские, именно российские, потому что американщина мне как бы, ну, не по душе. Нет, не смотрю. Нет, не смотрю. Смотрю зарубежные «Игра престолов». Да, сейчас 7-й сезон, по крайней мере. Ну, как, нет, уже достаточно середина, так сказать, уже идет. Вот, ну, пока только так, другие пока не смотрю, времени не хватает. Хорошо. Смотрю, но, я смотрю американские сериалы. Кофе – это средство взбодриться или все же рискованный напиток? Давайте все-таки разбираться. О кофе можно говорить часами. Этот напиток встречает нас по утрам, помогает взбодриться на работе и поднимает настроение. Кофе может быть сладким или горьким, черным или с молоком, но всегда остается самым любимым напитком миллионов людей. Если вы считаете себя настоящим кофеманом, то просто обязаны знать несколько интересных фактов о кофе. Напиток имеет свойство повышать эффективность антибиотиков. После добавления к некоторым лекарствам кофеина их действие усиливалось в 2, в некоторых случаях даже в 4 раза. Кофеин не противопоказан беременным женщинам. Его употребление лучше ограничить и употреблять до 3 чашек кофе в день. Такое количество этого ароматного напитка не навредит здоровью малыша и будущей мамочки. Кофе на 40% снижает риск заболевания подагры. Таковы данные исследований, проведенные в США в группе из 50 тысяч мужчин. При начальном этапе активных занятий спортом рекомендуется выпивать по несколько чашек кофе перед разминкой. Он способен снять боль в мышцах. Чашка кофе в день снизит риск развития цирроза печени чуть более чем на 20%. Чашка ароматного кофе с утра способна поднять настроение и зарядить бодростью на весь день. Не нужно забывать о таких вариациях кофе, как кофе с молоком, корицы, по-ирландски и многие другие. Напиток очень разнообразен, имеет сотни вариаций и считается самым популярным в мире. И все-таки, по мне, вред от кофе не так значителен. Просто необходимо соблюдать дозировку и выпивать не 5 чашечек кофе в день, а хотя бы 2. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем вас знакомить с полезными советами. И в следующем сюжете, дорогие друзья, мы расскажем вам о 15 способах использования скотча.
сожалению, современный человек читает мало книг и предпочитает свободное время коротать у экранов телевизоров. Хотя польза от чтения книг намного больше. Ни для кого не секрет, что люди, которые читают, отличаются от людей, которые читать не любят. Различия эти не всегда очень явны, но психологи давно уже выяснили, что читать полезно, и поэтому мы расскажем несколько интересных фактов о пользе чтения. Когда вы читаете произведения разных жанров, то сталкиваетесь со словами, которые обычно не используются в повседневной речи. Чтение помогает не только в увеличении словарного запаса, но и повышает вашу общую грамотность. За счет чтения повышается не только грамотность, но и ваши речевые навыки, способность четко, ясно и красиво формулировать свои мысли. Когда в разговоре мы демонстрируем высокую эрудицию и глубокое знание того или иного предмета, то невольно ведем себя более уверенно и собранно. В современном же мире избавление от стресса – основная забота многих людей. Богатство и ритмика книжного текста имеют свойство успокаивать психику и освобождать организм от стресса. По данным научных исследований, чтение действительно защищает от заболеваний мозга. Когда вы читаете, активность мозга увеличивается и постоянно находится в тонусе, что улучшает его состояние. Креативные люди могут генерировать сразу несколько отличных идей. Откуда их можно взять? Из книг. Читая произведения, вы можете подчерпнуть оттуда массу идей, которые впоследствии воплотить можно в жизнь. Если вы систематически будете читать перед сном, то вскоре организм привыкнет к этому, и тогда чтение станет своеобразным сигналом для организма, который говорит о скором отходе. Еще один очень интересный пункт, который призван стать на защиту бумажных изданий перед наводнившими мир электронными книгами и интернетом. В это очень сложно поверить, но наш мозг так устроен, что акт переворачивания страницы, непосредственный контакт с книгой, лучше активирует в мозгу отделы, отвечающие за восприятие прочитанного. Поэтому, если есть возможность, отдавайте предпочтение чтению не электронных, а самых обыкновенных бумажных изданий, и вы лучше поймете то, что вы читаете. На днях этнокультурное корейское объединение отметило праздник Чхусок. Это праздник урожая. Ну а более подробнее мы посмотрим в следующем сюжете. Традиционный осенний праздник урожая Чусок отметили представители Корейского культурного центра в городе Уральск. В этот день у корейцев принято накрывать столы, ходить в гости и подводить итоги аграрного года. К слову, урожайным был год на картофель, яблоки и бахчевые. Как и все национальные праздники, Чусок стал общим для большой семьи региональной ассамблеи народов Казахстана. Чусок – это один из главных корейских праздников, существующий более 200 лет и посвящен времени сбора урожая. Люди приезжают в дома своих родителей, чтобы провести вместе этот день и по традиции почтить предков. Праздник также именуют Хангаве – середина осени. Ранним утром в этот день в Корее существует обычай проводить церемонии поклонения духам предков и подносить им блюда и вино, приготовленные из продуктов нового урожая. Хотелось бы также отметить, что корейцы – земледельцы, поэтому в области имеется около 15 крестьянских хозяйств, которые в основном занимаются выращиванием овощей, огурцов, помидоров, картофеля, лука и зелени. После завершения церемонии вся семья собирается за столом и завтра завтракает приготовленными для жертвоприношений духами предков явствами. Верит, что это принесет счастье в будущем. Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. Мы с вами прощаемся, но совсем ненадолго. И хорошего настроения вам. До скорых эфирных встреч. Овны будут отличаться романтичностью, желанием, любви. Понимание и чувствительность может привести к сильным реакциям, если что-то пойдет не так. Тельцам следует забыть о своей практичности и действовать по велению сердца. В таком случае день обещает быть по-настоящему запоминающимся. Сегодня близнецам следует избегать споров и дебатов. Лучше всего занять чью-то сторону и продемонстрировать свою лояльность. Отличный день у раков, чтобы поменять обстановку как у себя дома, так и в рабочей сфере. Вы можете быть удивлены своим дизайнерским талантом. Львы любят быть в центре внимания, и сегодня у вас будет шанс оказаться там. Однако для этого нужно изучить пару новых шуток или сделать что-то из ряда вон выходящее. У дев же проснется особый интерес к здоровью тела и правильному питанию. Хороший день, чтобы изучить несколько новых рецептов.
День обещает новые интересные знакомства у весов. Если вы одиноки, вечером у вас может состояться романтическое свидание. В верах скорпионов в себя и в окружающих людей может несколько пошатнуться, поэтому следите за тем, чтобы вы не наговорили плохого близким людям. День особенно благоприятный для публичных выступлений и принятия участия в массовых мероприятиях. Стрельцы смогут вдохновить своей речью любого человека. Прекрасный день у козерогов, чтобы переделать свои планы на будущее. Ваши навыки в организации и планировании могут быть на пике. Водолей же любит различные перемены в своей жизни, и сегодня вы сможете вдоволь насладиться этим чувством. Рыбы могут быть чересчур впечатлительными. Кто-то может попытаться использовать это против вас в собственных интересах.